А говорила Алиса 135 идти. Я говорю, да нет, риск большой. Смотри, ты такой мокрый. Еще раз. Мокрый. Для видео маловато было дождя. Непонятно, что дождь идет. И не слез стекла. Всем привет. Меня зовут Маша, мне 24 года. Ура, выходные! Мы начали рыбачить. Маш, я, Ксюш, ай, папа и мама, мы рыбалки. Дождь пошел! Пошлите домой. Путешествие о важном. Премьера на телеканале «Крутые зайчики». Теперь посмотрим. Я знаю, что надо... А ну заткнись! Это моя фраза! А ты хочешь в гости к Алисе? Да! Тогда ешь кашу. Не хочу! Это просто прикол! Прыгай давай! Только после тебя! Тут бояться, тут ничего страшного нету. «Три кошака» премьера на телеканале «Крутые зайчики». Хорошо, что ты пришла. Скажи, как правильно? Десятилетие.